Янукович в любом случае, так сказать, фигура пострадавшая, да, и это было ясно с самого начала. На мой взгляд, он, его как бы вот такие неуверенные и неоднозначные маневры, которые он проводил последние, так сказать, несколько лет, как раз и привели к тому, что он оказался в крайне сложной ситуации. Да. То он кидается в одну, так сказать, крайность, то в другую крайность. Итог — кризис политический, я бы сказал, кризис государственности, который мы сегодня, так сказать, видим на Украине. Я не очень верю в будущее Януковича, хотя, может быть, сам Виктор Федорович еще, так сказать, считает, что он может еще даже раз стать президентом. Может быть, он может стать президентом, но только в условиях, если Украина перестанет быть президентско-парламентской республикой, а станет парламентской. И я думаю, что на самом деле вот перспективой для Украины, как раз, которая могла бы урегулировать кризис, является конституционная реформа. Не возврат к 2004 году, а новая конституционная реформа, которая, да, действительно урежет, так сказать, права президента, но при этом даст больше прав парламенту и больше прав регионам. Вот такая новая конституционная реформа, она могла бы, на мой взгляд, стать компромиссом для дальнейшего, как бы, развития Украины.